Всем привет! И сегодня я покажу вам свой заказ Avon по первому каталогу. Наконец-то пришел, уже с опозданием где-то в 2 дня он у меня пришел. Думала, если честно, даже придется, наверное, до понедельника или до вторника ждать, но вроде бы воскресенье, слава богу, хотя бы это уже тоже ждут люди, волнуются, переживают. Так, первое, что было в моем заказе, это у меня заказали вот такой вот рюкзачок. Черный рюкзак, как он называется, Софи. Вот. Размеры у него 38 на 32 на 29 и длина лямки 89 сантиметров. Вот такой вот рюкзак. Я, кстати, видела как-то у Ланы Светланы, по-моему, кто-то заказывал, или она сама себе, не помню уже, в общем, показывала она такой рюкзачок. Здесь карманы на застежках. Ладно, я уж сильно его не буду, так как не мое. Здесь вот лямочки упакованы. Ну, мне понравился хороший рюкзак. Он тоненький, правда, здесь вот на кулиске. Ну, на лето человек берет для отдыха, чтобы не таскаться с сумками, ну, в смысле, вещи в руках не носить. Вот, я бы, конечно, тоже смотрела, я бы взяла бы такой сиреневый, но что-то подумала, решила, что, в общем-то, не так уж он мне и нужен. Вот, так, ну, дальше давайте начнем с бутыльков. Заказала я себе по фокусу. Гель для душа, новинка, сладкая мечта, темный шоколад и кокос. Ну, кокоса я здесь не унюхала, если честно. Но пахнет вот прям шоколадом таким. Шоколадным, пришоколадным шоколадом. Вот так можно сказать. Очень вкусно. Мне нравятся такие. Ну, просто уже как бы сейчас немножко поднадоели. Что у меня уже что-то все шоколадное. Все, каталоги вообще не хотят стоять у меня тут. По очереди будут падать. Вот. И, наверное, оставлю. Может быть, даже потом летом мне захочется, и я его использую. Но мне, кстати, он понравился больше, чем предыдущий. Фантазия вот эта вот. Как-то мне больше понравился этот аромат. Ну, пены сами по себе хорошие, об этом уже все знают. Ой, пены, говорю, гели. Об этом все знают, поэтому говорить много тоже о них не стоит, я думаю. По фокусу взяла из серии вот ромашка с овсом. Опять она появилась в Avon. Ну, как бы у них всегда все новое, хорошо забытое старое. Ну, в принципе, мне это нравится, потому что какие-то средства, которыми ты долго пользовался, они тебе нравились, вдруг исчезают из каталога, и потом, ну, как бы, хочется все равно их купить. Вот так, особенно когда долго не пользовался, вообще вдвойне приятно. Ну, я не фанат этой серии, мне не очень нравится этот запах, но у меня многим на работе девчонкам там и коллегам нравится, поэтому я решила купить несколько средств, уже начинаю к 8 марта готовиться. Вот, взяла вот такой гель, думала, гель, наверное, себе оставлю, но что-то перехотела. В общем, мягкое увлажнение. Он идет 400 миллилитров, тем более, если был бы маленький, я бы еще оставила. Так, вот такое вот очищающее средство для лица. Здесь у нас тоже 200 миллилитров идет. Запах у всех одинаковый. Оно такое кремообразное, если честно. Я вот от Кея ни разу не брала вот эти вот умывалки. И понятия не имею вообще, что они из себя представляют, как они работают. Ну, так вот открыла, посмотрела, вроде такое, ну, типа молочка. Вот. И крем для рук, ногтей и кутикулы тоже 100 миллилитров здесь. Хороший крем, я его ранее брала. Ну, говорю же, мне вот аромат вот этот не очень нравится, он для меня какой-то навязчивый. А так, в общем-то, ну, по своему действию мне очень нравится эта линейка. Особенно крема для рук вообще супер. Так, дальше. По баллам я себе заказывала вот такую пену. Она маленькая, здесь всего 250 миллилитров. Орхидея и малина. Я ни разу
не брала вот с таким ароматом. Но она, конечно же, вот любимого эйвоновского красного цвета, как они любят вот это вот все, который все вокруг марает, скорее всего, я так думаю, будет. Пахнет очень вкусно малиновым вареньем, вообще прям класс. Очень понравилось. Ну, конечно, хватит ее тут всего лишь на несколько раз. И к ней еще шел набор пробников там. Ну, водички всякие, мужские, женские, потом в конце покажу. Вот. Взяла себе, хотела тоже затариться немножко, была очень хорошая цена. 115, по-моему, рублей на вот эту вот смывалку. Это средство для снятия макияжа с глаз. Здесь 150 миллилитров. Мне оно очень нравится. Я им всю жизнь его беру, особенно если когда хорошие какие-то акции. Ну, сейчас надарили мицеллярок мне. Как бы много всего не стала набирать. Думаю, ладно, хватит и одной. Ну, и то, если мама не заберет потом, то буду пользоваться. Не знаю, вот для меня от Avon это самое лучшее. Больше мне она нравится, больше двухфазной и больше мицеллярной воды, как бы. Или, может быть, я уже привыкла за все эти годы к ней. Так, дальше. Заказала себе крема для ног. Это у нас была лимитка, ванильная ягода. Беру эти каталоги, они там скользят. И, я думаю, хотят мне здесь все разрушить. Вот. Лимитная серия от Food Works. Ванильная ягода, увлажняющий крем для ног с экстрактом красной смородины. Он такой вот розовый, ярко-розового цвета. Очень мне понравился этот крем. Аромат вообще просто сногсшибательный. Классный. Ну, для меня он пахнет как бы... Ну, что-то типа клубники со сливками. Как-то смородину я здесь не чувствую. Ну, может быть, и смородина, не знаю. Может, это у меня такие ассоциации. Вот, тюбики по 75 миллилитров. Очень классно увлажняют. Прям не то, что чуть-чуть, не как лосьончик, а вот хороший увлажняющий крем. Я им и зимой спокойно пользуюсь. Как бы даже и не летний он. Мне он очень понравился, поэтому я решила, раз уже в каталогах его не видно, ну, может быть, еще где-то в распродажах они появятся, ловите момент. Решила взять два, хотя цена у него была 105 рублей, как бы не очень-то и дешево, но все равно продукт очень понравился. Еще взяла вот такой вот крем от Натоптышей с альфа-гидроксикислотой. Тоже 75 миллилитров. Такой крем я беру впервые. Вот, как бы, у меня сейчас проблемы с ногами. Вот на топтыши. Ну, планирую использовать его после того, как сделаю вот отшелушивающую маску вот эту с носками. После того, как у меня это все сойдет. Потом буду по мере появления, ну, вот этим кремом пользоваться. Потому что его нужно наносить, ну, точечно. Именно на те места. Потому что... Сейчас мне он явно не поможет, я даже тратить не буду на это. Ну, а так думаю, что мне его надолго хватит. Наверное, срок хранения у него года 3, наверное, выпущен он в ноябре 2016 года. Так что, в общем, надолго мне его хватит пользоваться. Пахнет, кстати, вообще классно, такой прям мятой. Ой, прям свежий-свежий мятой. Вот как жвачку. Только начинаешь жевать. Такая. Сильный такой аромат. Классно. Кот, наверное, мне опять будет ноги обгрызать. Это для него как валерьянка. Так. Мылилась опять. Смотрю уже на этот крем. Не знаю сколько. Вот, это система 2 в одном для кожи, вокруг глаз, крем и гель. Все, мне как-то денег было на него жалко. Ну, тут уже 299 рублей. Я подумала, что дешевле, наверное, некуда. Он был в слюду запакован. Коробочку. Ну, баночка, кстати, вот не очень. Выглядит как-то дешевенько, особенно вот эта штука. Зеркальная, как будто полоску просто из фольги наклеили. В общем, вот такая вот система. Здесь даже как памятка, что нижним
кремом мазать под глазами, а верхним, верхнее веко, вот такой вот. Вообще удивляюсь, как я до сих пор еще его не пробовала. Крем густой. Ну, гель какой он пожиже идет. У меня, кстати, я вообще не люблю, если честно, крема вот вокруг глаз, вот это вот мазать. Ну, куда деваться-то? Возраст уже все равно. Как бы дает о себе знать, поэтому хочешь не хочешь, а надо. Вот. Сейчас у меня как раз кончился. Я даже уже, наверное, почти месяц ничем вообще не пользовалась. Ждала, пока этот придет. Секунду вытру. Здесь, кстати, в каждом отделении по 10 миллилитров. Так. И заказала я еще себе тоже крем для лица. У меня кончается. Думала, какой. Ну, вот не знаю. Увидела в листовке с распродажей. Вот от Планеты Спа с маслом африканского дерева Ши. Это у нас идет вот из шоколадной серии. Почему она так быстро ушла из каталогов, я не знаю. Наверное, не пользовалась спросом. Ну, для меня это вообще вот самая любимая моя серия. Я от этого запаха вообще просто тащусь. Это же нечто. Вот сейчас маской пользуюсь. Наверное, если в распродаже будет, еще, наверное, возьму. Потому что я не переживу, наверное, если они кончатся. Ой, Иван. Это вообще обалденный такой. Вот здесь видно или нет? Белый-прибелый такой крем. Он очень перламутровый. Тут запаяно намертво, пришлось ножом. Ну, это как крем-суфле. Он даже им мажешь, он тут все блестит, как на снегу, знаете, такое. Пахнет, конечно же, шоколадом. Я же шоколадная душа, мне надо все шоколадное, чтобы было вокруг меня. Вот, единственное, как-то так плохо оно закрывается. В общем, я, наверное, потом закрою. Первый раз ее не могла никак закрыть. Очень какая-то резьба тут тугая. Ну, не знаю, жирный, конечно, он вообще. Как он будет на лице, надо попробовать, в общем. Что-нибудь, как-нибудь придумаем. Так, ну дальше давайте, наверное, ароматики. Ароматики. Первый ароматик у нас Little Red... Ой, господи, заговариваться начала. Little Red Dress, вот. Здесь 50 миллилитров у нас. Это у нас идет уже как бы в обновленном дизайне, вот в таком. У меня как бы в старом есть, ну это у меня девочка на работе опять заказала, я опять набрызгалась, пришла на работу, сказала, чем-то вкусно пахнет, тоже хочу, давай. Ну тем более тут такая цена была, 499 рублей, что просто грех не взять. Она то же самое сказала, что где же я еще куплю хороший парфюм за такие деньги. Это идет парфюмерная вода. Восточно-фруктовый аромат. Малина, роза и сандал. Ну, наверное, это даже я бы могла сказать, что самая, наверное, моя любимая. Водичка. Уэйвен. Так, вторая водичка. Кстати, отвлекусь сейчас. Помните, я в прошлом ролике в Эйвоновском говорила, что мне пришла смс-ка, что я что-то там выиграла. В общем, поздравили меня с выигрышем, я так поняла, по купону. В общем, я даже уже забыла про это. До меня только сейчас дошло, что приза-то нету. Было написано на сайте, что всем, кто выиграл, там лайф, по-моему, водичка была и какой-то клатч, что со следующим заказом якобы придет. Ну, я еще так посмотрела, ни в накладных, нигде ничего не значится. Думаю, ну, они иногда и не пишут накладной, но вот только сейчас сообразила, что вообще ничего нету. Вот, спасибо, Эйвон. Поздравили, так поздравили. Участвуйте в лотерее. Не знаю, как это так. Так, вторая водичка была опять у меня Summer White Sunset. Это у меня хит на работе. Практически одни и те же и берут клиенты. Очень она, кстати, самая стойкая вот из всей вот этой линейки своей вообще.
Просто издалека ее слышно. Так, ноты у нее, я не сказала, розовый перец, лотос и душистая береза. Вот так. Так, и еще одна водичка, тоже девочка заказала, наверное, уже кому-то подарки тоже начинает собирать. Я, наверное, не буду ее распаковывать. Ну, ее уже все знают, у всех она в заказах есть, тоже самая популярная из линейки Exterios. Вот такое у нее название. Все никак я не могу его прочитать. То ли Ричард, то ли что-то, в общем, в этом роде. И она у нас идет восточный аромат гурме. Мандарин, кардамон и какао у нее ноты. Ну, я вот тестировала ее на странице каталога. Прям тоже вот шоколадный такой какой-то у нее есть, ну, аромат. Поэтому мне она нравится. Я бы сама такой пользовалась, наверное. Так, дальше. Пришла расческа Tangle Teaser. Это у меня заказывали еще перед Новым годом. Тоже женщина заказала для своей дочери на Новый год. Но вышел такой облом вообще, конечно. Вот. И сейчас она... Я ее, к сожалению, открыть не смогу, потому что здесь все так запаяно, что я... По-моему, даже заклеено, что я боюсь это все нарушить. Все-таки подарок. Ну вот, в общем, такого она цвета. Кстати, производство у нее Англия. Я когда себе брала, думала, ну, поди китайская какая-нибудь фигня будет, но нет. Видимо, с настоящей фирмы у них заключен договор. Вот, покажу вам свою. У меня такая же. Я ее покупала вот только-только, когда она появилась. В общем, сделана она в форме капельки такой, ну вот как под руку, чтобы удобно было. Ну я не знаю, мне вот это вообще не принципиально. Я ее и так, и поперек как возьмется, в общем, так и возьмется. Вот такие здесь щетинки они идут. Одна длинная, один ряд длинных, другие покороче. Очень классно распутывает волосы, длинные особенно у кого. Вообще супер. И я даже на ночь вот, ну как бы мою голову и с мокрыми волосами ложусь спать. Ну, и если я не расчешу волосы, то утром это будет вообще пудель на голове. А даже мокрые волосы... Села батарейка у меня на фотоаппарате. Вот, в общем, даже мокрые волосы очень она хорошо расчесывает. И особенно вот у корней, когда, ну, расчесываете, да, уделите особое внимание, так скажу, этой зоне, потому что она очень хорошо вот стимулирует кровообращение. И я заметила, у меня волосы вообще очень медленно растут. Прям это беда какая-то. И я заметила, что после того, как я вот каждый день начала этой расческой пользоваться, у меня начали расти волосы намного-намного быстрее. Так что, девчонки, кто хочет отрастить, вот вам в помощь. Она появляется в каталогах по праздникам. Я вот смотрю, перед Новым годом была, сейчас вот перед 8 марта. Стоит, конечно, она недешево, 800-900 рублей. Но, знаете, я как бы свою за 600 еще покупала. Но мне вот нисколько не жалко этих денег. Вот считаю, уже сколько, наверное, года полтора или два ей. И ни один зубчик не отломился, ничего вообще с ней не стало. Это супер вещь, она не погнулась, не развалилась, не расклеилась. Я думаю, что, ну, конечно, не вечная, но думаю, что еще даже на несколько лет мне хватит этой расчески. Ладно, давайте вот так положу для красоты. Так, следующее. Следующее были у меня. Заказали трафареты тоже для бровей. Достала тоже свои вам показать, потому что тут ничего не видно, и открывать как бы я не очень хочу чужое. Ну вообще, если честно, мне кажется, это какая-то бестолковая штука. Ну или можно вот, например, там с подружками сложиться, например, купить, да, один на вот этот вот набор и поделить на всех, потому что в принципе они все одинаковые. Вот я один единственный раз, когда их купила, вот они новинка были, я воспользовалась этим трафаретом.
Ну и все, как бы, да, там рисуешь карандашом, в общем, заштриховываешь вот эту вот часть. И остальное, потом остальные волосики выщипываешь там, или как вы там удаляете. И все, остается вот эта форма бровей. Как бы ты же не будешь в следующий раз ждать, пока опять это все зарастет у тебя кустом, а потом выщипывать. Всегда, как бы сказать, корректируешь уже форму, где чуть-чуть, и подравниваешь, подравниваешь, и форма эта остается. Поэтому я говорю, вот один единственный раз я попользовалась, и они у меня лежат. Коллега на работе тоже брала, мы с ней вместе заказывали, они нам еще, наверное, месяца два не шли, мы их так ждали, и тоже смеется, говорит, один раз попользовалась и все. Ну и, в общем, говорит, одну там дочке отдала, другую еще кому-то. Вот я думаю, как раз так и можно с кем-то, если поделиться, то вполне. А так, в общем-то, они нафиг не нужны. Так, декоративка. Декоративка, тушь. Супер экстренд. Желтая вот эта вот. У меня одна женщина берет все время ее в черном цвете. Другая, тоже любимая моих коллег, тушь. Вот такая. Это уже с серебристым колпачком идет. Тоже супер экстренд. Хорошие были цены на них. Решили воспользоваться. Потом опять блеск. Это супер объем. Такой оттенок мув. Он идет как бы лиловый такой. Он идет с охлаждающим таким эффектом. Я вот как-то у меня был, я зимой даже не смогла им пользоваться, потому что губы вообще намертво замерзали. Но для лета он мятненького такого, с мятным запахом, как бы покалывающим эффектом. Кто такое любит, то вполне можно. Берут у меня тоже постоянно вот этот вот оттенок. И еще женщина заказала тоже маркер для губ. Оттенок коралл. Коралловый, в общем. Кое-как я его открыла. Но тут он какой-то розовый. Вот я смотрю. В общем, вот такой вот у него стержень. Ну, она взяла посветлее, потому что темные оттенки там вообще очень темные. И кто не брал, хочу сказать, потому что мне уже один раз вернули вот так вот, чтобы сюда поступила краска сама для губ, нужно вот здесь вот покрутить, и она сюда просочится и будет красить. Потому что мне одна женщина вернула, говорит, он не работает. И я что-то тоже сразу не сообразила, думаю, блин, наверное, засохший мне прислали. В общем, потом мы сидели, крутили, вертели с девчонкой, с другой, и навертели. Я потом вспомнила. Ну, вообще, как бы, мне вот не очень нравится этот маркер. Кстати, у него цена тоже была вообще 125 рублей, хотя так он стоит, наоборот, 200 с лишним, 250, наверное, или что-то около того. Это просто краска, она впитывается в губы. Ну да, она долго держится. Но мне такое не нравится, потому что я люблю, чтобы губы были жирненькие такие, так скажем. Так, что у нас тут еще есть? Теперь покажу лаки. Лаки, лаки, лаки. Это у нас лаки идут Color Trend. В прошлом заказе они у меня тоже были. Я покупала себе, опять это же подружка, мы с ней вдвоем, что увидим у друг друга, то и берем. Как две обезьянки. На ногтях у меня она видела вот этот вот лак золотой. Ну, это как топовое покрытие, блестки. В общем, заказала такой и фукси. Они недорогие, по 100 рублей, но очень красиво смотрятся. Правда, они быстро густеют, но я в этом проблемы не вижу, потому что я наливаю туда прозрачного лака, самого дешевого, зубочисткой там размешала и все, и дальше пользуюсь. И так до бесконечности. Вот, второй вот такой вот, сиреневый. Тоже решила взять. Я еще своим сиреневым не пользовалась таким. Как-то у меня еще ход не зашел. Так, и фуксии было два. Еще одна женщина тоже заказала такой. И из обычной линейки какой-то Rare.
называется оттенок. Вот такой вот он. Бежевый такой, нюдовый. Я не знаю, я как-то один раз брала такой лак. Он мне вообще не понравился. Он у меня слез на следующий день. И больше я не повторяла. Я его, по-моему, выбросила. Даже он у меня места не занимал, не валялся. Так, а это Juicy. Оттенок. Ух ты. Такой вот зеленый. Классный. Я люблю такие мятные оттенки зеленые. Не знаю, себе я набрала или дочкам своим. Так, я себе взяла из новинок, в общем, лак. Называется лак эксперт цвета, оттенок белое золото, в общем, white gold. Вот я когда сначала увидела его, я что-то немножко даже подрастроилась. Он в бутыльке, он серебристый, яркий такой, серебристый, светлый. Вот в каталоге он, смотрите, вообще белый. Что-то тут меня вообще не фокусирует на этом фотоаппарате ничего. В общем, я ждала белый, мне и нужен был белый, как бы серебристый я не очень хотела. Но вот когда я его нанесла на ромашку, все-таки он как-то более белый, чем серебристый, кажется. Белого побольше, чем серого. Без фокуса, конечно, тяжело показывать такое. И второй я взяла с распродажи. Это уже я увидела у своей подружки Оли. Она у меня как-то заказывала такой лак. Я что-то мимо него прошла. Тут она пришла с маникюром. Я посмотрела, говорю, ой, мне тоже такой надо. Вот. Он такой вот кораллово-оранжевый, с шиммером тоже идет. Это была лимитированная коллекция от Gel Finish. Ну, вот такой вот, как-то так, в общем, по-другому никак не получится мне вам показать. Так, по программе комплименты тут можно было заказывать. Вот, у меня был заказ... Ну, больше, чем на 5400. В общем, я так посмотрела из этого. Вроде мне ничего не надо. Attraction я не люблю. Здесь, ну, как бы решила уже водички не заказывать, потому что хоть бы эти все использовать. Решила заказать часы. Вот, пришли мне часы. Это у нас часы Кристо называются. Вот такой вот коробочки. Красивой. Вот, здесь все хорошо пристегнуто, тут такие резиночки. И что мне понравилось в этих часах, у них вот эти вот шарики, они, видите, как песок пересыпается, вообще классно. Я их еще даже не доставала, не достала, два раза пооблизывалась, ну, что-то все сыпется. Вот, ремешок из кожзаменителя. Так. Ну, у меня рука тонкая, запястье вернее, поэтому мне как раз будет. А, здесь была заглушка, вот, чтобы время ставить. Ну, в общем, мне понравились часы. 300 рублей, конечно, мне пришлось за них заплатить, но я все равно считаю. Я давно хотела вообще часы какие-нибудь от Avon, но у меня все как-то жаба давила, блин, за почти там 1500-2000 часы покупать. Тем более сейчас AliExpress, там вообще можно на 1000 рублей 10 часов купить. Ну, решила все-таки, думаю, за 300 рублей можно взять, раз предоставляется такая возможность. В общем, нравятся они мне. Сейчас посмотрим, как на руке будут. Вот так смотрится. Ну, симпатичные, классические такие, под все будут подходить. Ну, шарики, конечно, вообще класс. Игрушка. Вот. Так, хотела сказать все. Нет, не все еще. Пришел мне пробник нового аромата Avon Man. Вот. Древесно-восточно-фруктовый аромат. Свежая мята, яблоко и мох. Это как бы отдельно, да, пришло.
И был еще набор из пробников, вот к пене для ванны. Такой тоже мужской был прайм. Уже древесно-ароматический. Тут описание аромата. Ну, это я подарю клиентам. У меня муж не любит одеколоны, поэтому... И несколько ароматов тут разных женских пробников. Я даже тут толком не читала. В общем, по-моему, 5 пробников там.